Но если профессору, пусть даже там 90 лет, но он не маразматик, почему пусть преподает? Моей бабушке 95, она прекрасно в здравии. Она прекрасно все понимает, никогда ничего не пережарит, ничего не переварит. Поэтому здесь, если человек уже много лет служил науке, и мы говорим, вот давайте новые ресурсы. Хорошо, новые ресурсы, опять возвращаемся к нашему образованию. Они готовы для того, чтобы стать академиками и заниматься такую должность? Если мы видим, что кадры достойные, почему бы и нет? Можно подвинуться. Но вопрос даже все некорректно. Вот недвижимость, машина, там, бриллианты. Мне кажется, что это просто вот какая-то возня, вот совершенно околонаучная. Я считаю, что человек, который занимается наукой, вот, ему должно все это быть неинтересно. А его родственнику, пожалуйста, а он должен заниматься наукой. И человек, который предан науке, он даже должен отказаться от миллиона долларов. Это нормально.